Хочу показать сорта лучи Анжелена. Сегодня у нас 26 сентября. Думаю, надо ее снимать уже. Сорт поздний, красивый, долго лежит в подвале до Нового года, по идее, вроде должен лежать. Я еще не проверял. Такие плоды. Такие не сильно крупные, не по 100 грамм. Грамм, не знаю, 60-70. Ну, завязалось очень хорошо. Даже когда морозы были весной, думал, что все опадет, она цвела. Ну, в принципе, ничего не попадало, все завязалось. Дерево маленькое, ему вот два года от посадки. Попробовать, что оно на вкус хоть. Твердое. Такая мякоть у нее. Ну, у нее техническая спела сейчас. Она должна вылежаться. Набрать свои вкусовые качества. Потому что сейчас дерево так. Ничего не понятно. Ничего. Сорт урожайный. В интернете его нету. Не видел, то решил снять видео, показать, какая она на вид.